Всем добрый день. У нас приближается очередной праздник, Суккот. Обычно вот праздники все эти выпадают на сентябрь, Рош-Ашана, Йом-Кипур, Суккот. Смотрите, а вот очень хорошо видно, строят вот такие вот шалаши. Строят на балконах, строят на участках, ставят даже в городе, ставят даже в ресторанах. Я тоже это сниму отдельно. Видите, вот они строят, очень хорошо видно сверху, как это делается. А вот здесь, вот видите, вот они уже на участке поставили. Причем они поставили большой, они поставили там практически на весь участок. И вот еще выше, вот видите, вот, чуть-чуть выше, тоже суку поставили. Там всегда собирается семья, но тут в основном у нас живут религиозные. И вот смотрите, видите, вот как вот они ее ставят. И сверху накрывает или пальмовыми листьями, или вот такими вот, вот видите, такой настил идет, как соломина. Я думаю, они его хранят, а потом выкладывают вот раз в году. Сука стоит неделю. И вот видите, вот они внутри украшают ее, и внутри этой суки будет происходить трапезы. Люди будут кушать внутри, заходить, и все трапезы совершать внутри этой суки.